Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Полина Гагарина дала большое интервью в шоу «Русские перцы» на русском радио. Певица призналась, что часто на концертах забывает слова своих песен. Гагарина отметила, что поет вживую. И это можно понять по строчкам, которые она забывает. «Я очень часто забываю текст, отвлекшись на глаза моих зрителей. И просто целые строчки выпадают из текста песен, которые я пою несколько лет», – рассказала артистка. Певица призналась, что однажды на концерте в Мытищах забыла целый куплет. Ее выручили фанаты в зале, которые допели за нее. С вами был канал Ананас Ленд. Пишите комментарии, нам интересно ваше мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананас Ленд – ананасовое настроение.